Ну и, наконец, мировой бестселлер «Гарри Поттер» может приобрести иную интерпретацию. Американка решила переписать известный роман на христианский манер, чтобы сделать его более адаптированным для семейного чтения и несущим иные ценности вместо, цитирую, «всех этих сверхспособностей ведьм». Изменения, в частности, коснутся Гермионы и профессора Дамблдора. Так девушка из независимо мыслящей превратится в скромную и послушную, а директор школы волшебства, который, по словам автора книг Джоан Роулинг, был нетрадиционной ориентации, обзаведется, наконец, женой. Кроме того, дядя и тетя Поттера, по версии американки Грейс Энн, станут не просто злыми персонажами, но еще и атеистами. Пока остается неясным, станет ли книга Грейс Энн пародией на настоящего Гарри Поттера, или же она собирается получить авторские права на христианскую редакцию книги.